если у нас такая ситуация будет в здравоохранении, в образовании и все, во всем остальном, что, зачем нам тогда республика, зачем нам все это нужно? Пусть она назначаемая, пусть она избираемая, какая угодно, зачем она нужна? И зачем нужна та республика вот такая, которую нам сегодня, вот сейчас мы видим? Или в конце концов, давайте тогда скажем, что ну не можем, у нас нет ни управленцев, у нас нет ни кадров. Мы показали то, что происходит в республиканской больнице. За это время ни один человек, представителей, скажем, Министерства здравоохранения, не пришел в палату и не сказал, что вам не хватает, что у вас происходит. Вечером же этого дня я позвонил Дауду Магомеду, так как у меня сложились с ним достаточно такие хорошие отношения, поддержка. Он говорит, никаких вопросов. И на второй день приехал экипаж там, перевезли ее в Грозный. Дело резался. Это отвратительная ситуация. Если у нас такая ситуация будет в здравоохранении, в образовании и все, во всем остальном, что, зачем нам тогда республика, зачем нам все это нужно? Чеченская республика, тяжелейшая война, у нее было практически все разрушено. Почему они в состоянии сегодня делать себе дороги, школы, больницы, все остальное? Да, недостатки там есть. Но мы должны хорошее перенять, а не плохое. Уже вынуждены это говорить. Уже другого варианта нет. И самое главное, должен быть какой-то общественный контроль. Я понимаю, многие вещи, которые мы сейчас говорим, власти не понравятся. И будут говорить, вот они, Дион, оппозиционеры. Но, а на кой черт нам нужна такая власть, которая не занимается этим народом? Зачем она нужна? Согласен. Зачем? Да, мы видим, что это достояние определенной кучки. Или в конце концов, давайте тогда скажем, что не можем, у нас нет ни управленцев, у нас нет ни кадров. Да в конце концов, давайте посмотрите, как мы выглядим со стороны федерального центра. Всю жизнь, значит, того, третьего, четвертого, не можем, ничего. Дело возрасте, а кто должен, да, царда? О чем ты говоришь? Конечно, приехать в республику Северная Осетия, Владикавказ. Если приехать, где он, Кабардино-Балкарии, Нальчик. Если приехать, где он, как Муса Магомедович сказал, город Грозный, зайдете в больницу, стерильная чистота. Поэтому у нас и смертность растет, и никак мы не можем привести порядок. Конечно, ответственность за это несет руководство.